Приглашение кинул. А сейчас ты можешь, да, зайти? Подожди. Ну, у меня загрузка какая-то идет. Значит, мне надо было из задания выйти. Ты далеко над меня на карте? А, тут даже карта не показывается. Ну, я сейчас в доме нашем. Отлично. Я начинаю задание. Ты сейчас тобочнешься просто. Потому что я прям там уже задание распомянулся. Kinsey, was it too much for you? Вот их раз, два, три человека. Ну, я тебе говорю, их было четыре в итоге. Потому что один в машину не помещался. У меня опять ноги крутятся в двери. У меня все нормально, я не знаю, через сигнализацию. У тебя тоже открылась багажник? Да. Ты в него стреляешь, он открывается. А чё сразу две машины прибыло? Правильно! Ну... Три идиота. Где машина-то? Ну рано ещё машины. Вон, да не видела. Двое сел, один убежал. Это самое сложное. У тебя музыка играет? Нет, у меня музыка выключена вся. Еще там красивая музыка? Не. Надеюсь, мы его пройдем с первого раза. Часто почему тебя ударило? Кто тебя ударил? Get rid of these guys.
Что здесь происходит? Почему так не было в прошлый раз? У нас машина, а вот она все. Какая амфибия, что ты обманываешь? Давай, чуть-чуть осталось, еще быстрее. Ай, это больно было им. На неделю ухожу в отпуск. Выполнить все этапы задания ангел-хранитель. Ура! На ангел-хранитель выполнить. О, улучшение. Ну что, скоро улучшишься-то? Че? Че, че? Начинаю миссию. I can't get into every place the Deckers have their little networks. Too many secure locations. Is there a way to fix that? Yep. To visit each location separately and hack into them locally. You'll never get close enough without them spotting you. I will if you're watching over me, like with a helicopter with guns. Yeah, I bet that'll work. It better. I already found the helicopter. Always feels good to kick ass. Что за музыку они слушают? Ничего, это за музыка была. Какой-то кантри. О, вот это повеселее. Так ты можешь половину отключить музыки и а все. Как включить? Мигалку. F. Я думал, что за звук у меня с правой стороны? Вы поворот пропустили. Да? Думаешь? Угу. Ну ты доедешь все равно. Чего? Самое то на вертолетах классику. Что нам делать? Спасать наших людей, вон они. Прикрывает. Тихо. А как переключиться или никак? А, правая кнопка мыши, ракеты. Они же летят туда, куда ты стреляешь.
Чего как быстро двигаешься? Первый смог выиграть в этом соревнованиях, хотя есть отлично. О, вертолетик был когда-то. Я даже его увидеть не успел. Я просто видела стрелочку откуда-то сверху. У меня есть правый бок помятый. А почему ты так далеко от меня? Ага, так она одной пулей улетает. Машина от одной пули вертолетной умирает. Ты только это сейчас понял? Да. Все равно проехал и как-то. Ладно, надоело классиков. И все. Я еще ничего делать не успела, они уже постреляли. Ты че его не добил? Я его два раза ударил.
Куда едем? О, вот эта машина получше. Забрал ее? Забрал, конечно. Тут что-то купить можно только. Вот я тоже вижу. А, чуть дальше. За углом. Задание начинаю. Да. О, еще одна машина приехала такая же. Not talking over the phone now. Too many people could be listening. Okay. Smiling Jax. Поехали. Okay. Ой! Да, интересное слово. Поехали. Зато мигалки заработали. Это у меня работали, они без звука. У меня вообще... Че, так близко? У меня вообще мигалки не работали даже. You should be more careful. I saw you coming two blocks ago. Traffic cameras. They're everywhere in this town. Good to know. I'm serious. You should toss out your fancy overpriced phone. I can find you through that too. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the Deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. Created a big enough disruption for you to move on Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. All right. I'll hit you up if I need any more help. Remember, throw out your phone! Твоя-то здесь рядом? Здесь рядом. Я ж не доехал. О, 14 номер у меня. У тебя какой? В смысле? У меня? В смысле? На этом, на крыше. Чёрт. 59-59. Поехали. Easy Mouse, what do you got for me? The morning stars pain in my ass. Why don't we just drop everyone we see? Not much of a plan, but it could work. Shit, didn't think you'd go for it. Rather they didn't get comfortable. I mean, wait, shit, one second, Z. Listen, there's a boat pulling in soon with a cargo container full of girls. The Morningstar's new merchandise. I send you the details, and you hit the boat. Actually, I don't know who the hell this is, but... Стой, не... Я не дочитал вообще-то. Они что-то обсуждали. А ты читаешь? And once it's ours, the Morningstar's sex operation is done. Are you gonna move all the bitches? Just let me worry about that. Now let's go. I want to meet my new employees. So these girls gonna try to kill us too? See, you had to bring that up again. Being shot by a hoe sticks with ya. Едешь? You taking your time getting there? You wanna get off and swim? Just checking, baby. Ты едешь? Еду, еду. О, прикольненькая песенка из нашего детства. Ой!